я вновь приветствую в нашем мотосалоне MotoPro. Сегодня у нас на обзоре RegulMoto, обновленный Атлет Pro 24 на новом четырехклапанном 300-кубовом моторе Атлет 24 Pro. В общем, самая последняя генерация, вовсю их уже отгружаем. Пришло время, очередь, конечно, и к нему. Запросов по нему тоже достаточно много, но для меня мотоцикл, в принципе, ясен. По большому счету, здесь поставили этот мотор. Самая топовая воздушка, самая мощная, что на сегодняшний день имеется. Маятник от Zero воткнули. Резину топовую Mitos 754 копия зад, C19 перед. Самый мощный мотор на самой легкой раме. То есть по факту это Kaya K1, самые маленькие короткие рамы, но длинный маятник. То есть раньше это была база очень короткая, все цифры, все ТТХ можно смотреть в описании снизу. Ну, мне просто и понятно так все, как это едется, как это рулится, как это и для кого это необходимо. А если кому-то нужны именно цифры, переходим в описание снизу, либо смотрим экспертов, которые просто замеряют и не ездят. А у нас же будет, естественно, тест, естественно, рекомендация, для кого подходит, как едет, как рулится. Вот это все это обязательно сейчас расскажем. В общем, по задней части это ZR на топовой резине, соответственно, зацеп охрененный, маятник длинный, то есть резина у нас большая, 120-я залазит, и там есть еще место. Топовые ступицы, звезда на 6 болтах, ловушки, ну то есть задняя часть прям новые ZR-ки, самые новые, здесь прям огонь, классно. Имеем подножки пассажира, соответственно, вдвоем ездить можно, но это будет практически невозможно, это прям вот, ну, подростку, либо, не знаю, ребенку. Вообще сиденье мне, сразу скажу, на нем не нравится, у ZR сиденье узкое, но оно комфортное, сиденье здесь меньше, то есть сидеть откровенно неудобно. Вот здесь вот у нас нога, и где сидеть? Ну, то есть у меня нога, блин, толще, чем это сиденье, больше, сильно. То есть такие аналогии, что оно маленькое, сиденье питбайка, вот и все, сиденье как у питбайка. ПТС-ки они раньше имели, но не имели светотехники, поэтому это был, ну, вопрос, как на нем ездить, как куда вешать номер. Хотя вообще странно было, зачем на том мотоцикле вообще где-то ездить, кроме как в горах, потому что, ну, геометрия у него такова. А здесь же можно прикрепить номер, повороты у нас уже имеются, повороты... Передние, естественно, имеются. Пульты теперь у нас есть. Та легкость, что мне нравилось в Атлете, ушла. Здесь теперь вот такие вот пульты массивные. Зеркала складные, топовые, круглые. Все это имеется. Приборочка полноценная. То есть комплектация самая топовая, самая жирная, конечно же. PE30 установлен карбюратор. Ручка у нас короткая. Он будет ехать очень безумно с его весом, с его геометрией. А на нем нужно еще, как говорится, удержаться. Но маятник все равно нас будет держать. То есть он длиннее, он будет более устойчивый. Да, полые оси видим. То есть ступицы самые топовые. Резина, алюминиевые диски. Что касается подвески, она имеет регулировки. То есть вот такие вот регулировочки впереди имеются. Снизу у нас регулировочки имеются, то есть полностью регулируемая подвеска. Задний амортизатор тоже с выносным резервуаром грушей, так называемый. То есть тоже настроечки мы видим. Все это настроить можно. Нижние настройки в аморте тоже есть. Ухо для регулировки по высоте у нас нет. То есть он на самом деле не такой и маленький по высоте. Эндурики, они в принципе не бывают сильно маленькими. Тур эндура, да. А эндуро, все же у них такая геометрия, вся компоновка, что и нужен и просвет, и сам фильтр-бокс мотора, это тоже место занимает, сиденье, поэтому... Ну, это один из невысоких, ну, хотя вот я с ростом 185, ноги немного у меня как бы согнутые, да? Если просто стоим на прямых ногах, 185 у меня рост. Соответственно, если невысокий райдер, то стандартно будет, опять же, высоко. Но преднатяг пружины, конечно, можно настраивать, траверсы можно спускать, сиденье подрезать уже некуда, но если сильно заморочиться, то можно. Все равно его здесь больше по толщине, чем в том же Hellshot с его заниженным сиденьем. Дизайн его, в частности, графика обновилась, стало, конечно, свежее и интереснее, сигнал видим, ну то есть по комплектации это как бы все самое топовое, все самое максимальное. Все, что было можно, поставили, собственно, вот такой аппарат мы и имеем. Атлет Pro 24. Уже погода, время позволяет нам выезжать уже непосредственно с самого салона. То есть не надо вести долго, потому что асфальт открыт. Опять же, зеркала имеются. Сейчас мы будем выезжать на дороге общего пользования. Соответственно, это нам все пригодится. Нормально.
Да, маленький пипец. Под мой рост он маленький. Повороты имеются, это, конечно, офигеть. Но в стойке стоять так себе. Ну что, первые метры на новеньком Атлет Про. И, конечно же, мне не хочется ехать по дороге. Я признаюсь честно, мне вообще, в принципе, непонятна езда на мотоцикле по дорогам. Так как, ну, для этого существуют автомобили гораздо комфортнее, безопаснее и так далее. То есть для меня необходимо использовать такие мотоциклы, именно эндуро, на такой резине с таким мотором, легкостью. Вот там, вот в всяких грязях, всяких болотах, всяких лесах, горах и прочем бездорожье. По понятным причинам, да, потому что мы там либо пешком, либо на конях, либо на этом. Все, больше нет вариантов. Даже тот же квадроцикл, те же багги, ничего не сможет проехать там, где сможет проехать нормальный мотоцикл. И, конечно же, этот будет ехать один из лучших, лучше всех, лучше даже ЗР-ки где-то. Чем, ну, то есть вот этот Атлет будет ехать лучше большинства подготовленных и дорогих мотоциклов. По той простой причине, потому что мотор самый мощный и легкий. Сам мотоцикл на охрененной резине и очень легкий. Все, мощность, легкость, зацеп, ничего больше не надо. Соответственно, я сейчас еду, и мне небезопасно, мне некомфортно. Я как бы помещаюсь нормально, все, мне хватает. Даже сиденье, ну, тут проехал 5 километров, в принципе, нормально, можно сидеть, можно ехать. Но как-то вот не чувствуется безопасность. Вот это вот угол вилки, вот эта вот рама, вот это все такое маленькое. Как на питбайке с большим мотором. Вот примерно что-то похожее. Это понятно, да. То есть то, что на него все это навешали, это хорошо. Но вот мне это не нужно. То есть я понимаю, его в горах. Соответственно, я все это выкинул бы. Но сейчас там едем до локации, едем нормально, смотрим в зеркала, едем по трассе. Конечно, я бы это все выкинул абсолютно, там все эти багажники, хвосты, подножки, зеркала, максимально все. И просто в горах бы кайфовал в грязи. То есть даже я своим ростом 185, весом 80, соответственно, кайфовал бы, потому что он легкий, потому что в горах это песня, сказка, там где... Но с ним легко работать, опять же, с моим весом, с ним легко будет работать. Если у вас вес еще меньше, рост еще меньше, то однозначно это он вам подойдет больше. То есть он будет, вы будете с ним лучше как бы гармонировать. Естественно, человек там 100 килограмм, нет, так ему на нем нельзя ездить. Хотя подвеска регулируемая, сейчас она около стокова настроена, то есть в ноле прям очень большой провал. Соответственно, она очень комфортная, мягкая, мы едем, мелочь не чувствуем. Еще вот таких вот не очень вещей.
это было холодно, пипец, вообще все лицо замерзло. Думал, будет жарко, но ни хрена, скорость. Так, снизу льда очень много. Невозможно повернуть даже, когда едешь, потому что корка безумная, местами колесо проваливается больше половины, то есть переметы, ямочки, кажется, все ровно, там прям проваливается, он прям ух. Резина 754, мощный мотор, самый мощный мотор из воздушек, делают свое дело, легкость, прям чувствуется вообще как на велосипеде. Кто хочет максимально много мощности от этого мотора. Максимально легкий и мощный воздушка. Это просто пипец. Но ехать на нем сложно. Чувствуется его повышенная вертлявость. Когда прям самый жесткий хард будет, там, где ты должен, ну, прям ехать на пределе. Где-то скалы, где-то вот у меня видится это. Там, где нужно тебе его чуть ли не на себе нести. Ну, то есть на грани того, что если что-то пойдет не так, ты должен это сработать и весом. И где-то, может, его поддернуть, где-то стартануть еще. Пушка-гонка. Огонь офигенно. Только там ковыряться. Только там ехать. Здесь. Ну, я за счет этой геометрии все равно. Сейчас опять покажется, что я ЗР-ку хвалю, рекламирую и так далее. Но она понятна, она логична на этом моторе. Потому что там все равно мы имеем полноразмерность, да, такую. Удобство, комфорт. И как-то вот оно все едется, рулится правильно, как и должно. Не страшно. Там едешь, и не страшно тебе. Здесь вот мне было по трассе прям, я мега напряжен был. Во-первых, там еще и лед периодически на трассе, на дороге. Все это было в гору, подъем весь. То есть на видео не видно, но это все в гору подъем. И как бы вот эта вот вертлявость, я уже так назад оттянулся, насколько можно. Прям пеги загрузил, этот вовринг, чтобы не поймать. Но все равно чувствовалось, что вот-вот прям на предельчике прям идем. Опасно. По трассе нет, не подходит. Даже с этим длинным маятником, ну то есть он может повести себя немного нестандартно, не правильно, можно на нем, короче, разложиться, если нет опыта, если, ну, мотор мощный, хочется крутить, и можно крутить, соревноваться, а там, где длинная база, более такая тяжелая, сама по себе приземистая, правильная геометрия, она как-то вот все прощает, и мы летим, и не боимся, здесь страшновато, короче, как-то вот так вот. Было, в принципе, это и так понятно. Даже то, что маятник удлинили, да, чуть получше, но все равно он остался маленьким. Он какой-то вот, ну, питбайк с большим мотором. Теперь еще длинный питбайк с большим мотором. Поверху это тот же самый питбайк по факту. Ну, то есть, самые легкие, типа там Каек К1, тех самых маленьких. Это все есть. Сидение, ну, пока едешь, вроде норм, но это вот, ну, сколько тут около, ну, даже 10 километров пусть. А если ехать 50 по трассе... Я бы не захотел. Конечно, как первый, как самый легкий, как для обучения. Не все будут там ручку эту крутить постоянно и нестись. Можно, можно. Как первый, можно, да. Даже, наверное, нужно, правильно. Но вот вопрос, опять же, денег. То есть раньше стоил прям мега конкурентно, выгодно этот атлет. Прям очень дешево, прям хорошо. Цена приятная за 300-кубовую. Но не было балансира, да, там. А сейчас, ну и маятник был короткий, то есть он прям вообще короткий. Сейчас он подлиннее, мощнее, резина топовая, светотехника, полностью вся регулируемая подвеска. Как бы вот и вопрос. Как первый мотик огонь, как первый он классный, да. А людям, повторюсь, у которых небольшой рост, то есть там делаем моменты, и он занижается. И опять же небольшой вес, чтобы он его чувствовал. И можно катать очень даже хорошо, весело, бодро. Опять же, какой-нибудь, не знаю, там 100% эндуро, где надо будет там ехать какую-нибудь енотку. А там, где нужна мощность, легкость. Ну, короче, на нем реально там будет ехать лучше. Для примера, да? То есть какие-то хардовые, мега-хардовые участки, на нем будете ехать и объезжать всех. Причем тратить сил меньше всего. То есть именно спокойно, потихонечку, тракторим, ковыряем. Вот это прям
про него. На такой резине уже сразу вот она. То есть мы подстравливаем, и все, просто он сам себя везет. Если райдер не тяжелый, то он райдера этого не тяжелого легко, просто без проблем везет. Все. Тут же маятник ZR, та же вот компоновочка, все. Почему нет? А вот нет. Пока не поедете, не поймете. Когда сравниваешь, понимаешь, естественно, имеется такая возможность. У нас можно приехать, посидеть, потестировать, прокатиться, взять на целый день без проблем. То есть можно с нами по катушке съездить и уже понять, там по ходу можно даже там поменяться. И тогда станет сразу все ясно. Но опять же, комплекция, рост, хотелки, желания, бюджеты, все разное. Поэтому, естественно, он нужен, он хорошо, что он есть на рынке, потому что у регулей надо вообще, чтобы было 100 тысяч видов мотоциклов, чтобы просто другие все шли лесом, потому что цена, качество, мощность, вес, комплектации, ПТСки, все, проанализируем, сразу понятно, что это, ну, нет конкурентов. Нормальных конкурентов, легальных нет. Гарантия, все получаем. Тут и резина топовая, и мотор топовый, и все необходимое, и ПТСочка, повторюсь. Все есть, шикарно, шикарно. Поэтому и хорошо, что он есть. Конечно, хорошо бы оставляли еще и старые атлеты, потому что они все же дешевле. Там нужен балансир, больше там ничего не надо. Вот балансир нужен, потому что без балансира, но это чертов вибратор все равно. То есть, когда мы ковыряемся, пофигу, а когда мы по трассе едем, какие-то прогонщики, это, ну, напрягает сильно. То есть, туда нужен балансир, и все. Может, даже и старый 250-й бы моторчик туда пошел, потому что 300-ка даже некоторых пугает. В общем, очковато, страшновато, небезопасно на этом моторе. Если мы крутим хорошенько ручку, то есть не новичкам, уже его не посоветую. То есть, если как второй, третий там какой-то мотоцикл, нет, конечно, зачем? Нужно брать больше мотик, то есть, ну, тот, который будет ехать лучше за счет своей рамы, геометрии, вот этого всех моментов. Либо как второй мотик, либо как, если люди, которые живут прямо у горы, прямо у скал, у харда, прямо, ну, вот с прицепа раз сразу, либо из дома сразу раз поехал под конкретные задачи, да. Те же ходовые, то есть там грязь, болото, там все равно нужен разбег, нужна оттяжка, нужна правильная геометрия, так же, как по снегу. Опять же, та же ZR-ка лучше едет за счет своей геометрии. Она такая же легкая, ну, может, чуть-чуть потяжелее, да, но все же более правильной контрится, и мы уже ходом летим, не боимся, нас не снесет. Здесь вроде как тоже сейчас ехал все хорошо, но. Классный мод под свои задачи, под своих клиентов, естественно, замечательный, потому что цена, качество, мощность, резина, мотор этот шикарный, ПТС-очка, легкость, все. Все есть. И цена у нас за 200 даже не выходит. Так, всем перезвоним, всем отзвонимся. То есть даже выходные, конечно же, телефон разрывается. Работаем, катаем, в частности, успеваем, тестируем. Мне сейчас очень хочется потестить Норден. Соответственно, отгрузки у нас уже вовсю идут, но именно к нам на Алтай, в частности, один из которых буду собирать я, они, конечно же, ну, инерцию имеют, нужно транспортно проработать, доехать. Соответственно, нужно на это немного времени. В общем, будем тестить Норден. То есть он прям уже вот-вот следующий будет на обзорах. Тот прям сильно хочется и визуально смотреть, и тестировать, и вникать в это все, щупать ККЕ-подвесочку, дизайн в реальности посмотреть, сиденье, подвеску. Потому что это только когда мы видим цифры какие-то, понятно, когда щупаем и вот анализируем. То есть у меня опыт есть, сразу скажу, сиденье мягкое, удобно или нет, подвеска мягкая или нет. Ну там понятно, все это регулировочки, но тем не менее, так или иначе, это все понятно будет. Ну то есть хочется щупать новиночку. Хочется тестить сейчас, наверное, ZR-ку побольше в сезон, опять же, и так далее. А здесь, в принципе, все понятно. Здесь был такой небольшой выезд. В принципе, показал, рассказал, кому нужен, обращайтесь, отправим, что собраны. Либо в коробке, бесплатная доставка по РФ, без проблем, обращайтесь, отправим. А также существуют бонусы разнообразные для подписчиков наших. Узнавайте, пишите в личку. Все, всем хороших покатух. Мы поехали дальше, немного еще здесь покатаюсь. Не знаю, хочу даже где-то застрять, чтобы вот и с его весом поработать. Потому что вот это вон, как в свое время на питбайке я катался. То есть я лез туда, куда, в принципе, не хотел никто лезть по понятным причинам. Потому что, ну, потом его тащить оттуда тяжело, неохота и все. А мне просто, я, ну что, это велосипед. То есть на нем как на питбайке. Он легкий. И хочется лезть и в такие ебеня, грубо говоря, как мы это называем, которые ты без проблем его оттуда вытащишь, если что-то пойдет не так. Водянки, как правило, ну, лишний раз не хотят, либо делают попытку такую, что вот один раз, если залечу,
то хорошо. Если нет, то, ну, все, как бы прилип, устал. Они лишний раз думают, анализируют, либо, ну, там едут уже на пределе, прям газуют, а на этом просто едешь, ну, не заехал, да, без проблем, дернул, дальше поехал. Сил с ним не будешь тратить вот в таких во всех штуковинах. Запускается неплохо. Интралочка ловится. Короткоходка как на ЗР-ке, мотор абсолютно тот же и по карбюратору, в частности, агониза. Сейчас будет сложновато, потому что корка охренеть какая. Здесь вот уже выдуло стяги, я стал, а там глубоко, и корку эту прям резать надо. То есть на первый ты просто воткнешься, и все, и жопа будет буксовать. Но вот резина настолько шикарная, что она не буксует. Прям тащит. Потому что сейчас упираемся просто передним колесом. Дополнительное сопротивление. Есть низа. Но я чувствую, как переднее колесо упирается, заднее буксует. Тяжело сказать, что их прям сильно много, потому что условия. За счет того, что такая вилка, угол ее и размеры его, что я, если на руле еду, все, я прям чувствую, что морда перегружена, это неправильно, это, ну, не заедем мы никуда так. Так, здесь вот перелет будет, охренеть какой. Но я думаю, мы выйдем. Ну, придется потолкать. Ну, просто вот колесо ушло. Оно просто ушло. Я это там почувствовал. Думал, надо разворачиваться. Но все же думал, дотянем. Пол колеса снега. Очень жесткого. Да вот по колено снега местами. Очень жесткого снега. Вот здесь я бы на водянке просто умер сейчас. Потому что физуха сейчас предстоит. Охренеть какая. Мне нужно разворачиваться, в колее ехать. Иначе нигде он больше не поедет. Потому что, ну, нужно, чтобы переднее колесо не упиралось, а ехало по этой штуке. А зад просто будет все это дело кидать. Эта резина будет замечательно кидать. Вот так, вот так. Как-то этого и хотелось в тесте. Засадить, попыхтеть, затратить сил, ну, гораздо меньше, чем на другом любом мотоцикле. На ЗР-ке чуть-чуть бы больше затратил. Ну, тоже немного. А на водянке я бы просто охренел, мягко говоря. Потому что они тяжелые. Да я бы и не поехал сюда по понятным причинам. Зачем мне это? А вот он провоцирует. Мотор потрясающий. То сейчас просто в горку пошло, а снега стало еще больше. Там меньше, здесь прям больше-больше. То есть это как всегда намет. Вот видно языки. То есть вон там было бы меньше, потом от дерева опять перемет, опять засада, соответственно, гора, и ход теряется. Корка огромная, режем, никуда не едем, соответственно. Вот так вот интересно. Что сейчас? Есть несколько вариантов. Проще всего, конечно же, оттоптать все и развернуться вот так вот раз и на свою выехать. Это будет минимальная затрата сил, если есть опыт именно езды по снегу с оттяжкой, с балансом. Если нет, то разворачиваем и на ножках едем. Корка охренеть какая. Так, надеюсь, что траектория правильное, будем пробовать. То есть и цепляет здесь, и там. Все прям хорошо. Так, сейчас попробую на расслабоне, то есть без сильных оттяжек. Но угол я крутой сделал, конечно, я туда не попаду. Сцепу надо подрегулировать, палец не лезет, ну ладно. Здесь нет этой быстрой регулировки. А здесь снега еще больше. То есть стартанули хорошо, но начал перекладываться, загрузил морду, воткнулся.
Тут пипец его много снега. Тут его еще больше. Надо выходить на свою траекторию. Иначе... Ого! Иначе ого-го. Питбайк. То есть и на спуске это сложнее. В гору мы идем, оттяжка назад, колесо в воздухе, мы на заднем режем. А вниз как? Если ты уже загруженный, стартануть будет сложнее, сильно сложнее. Прикольно. То есть я еду вообще на заднем. Просто переднее в воздухе. И вот этот снег прорезается. И вот такая вот, как бы по перине едешь. Прикольно. Очень даже весело. Ну то есть тут еще глубже. Все, колесо полностью у нас ушло. Если брать ниже, то это будет бесконечно долго. Надо сюда выезжать. А я не могу, он не дает скорость набрать. Ну и конечно он уже все сидит на всех защитах. На прогрессе это тяжело ему, а мне нет, потому что легкий. Хорошо, выезжать нужно левее. Снега у нас вот так вот, да, всю зиму не было, а весной, знаете, вам зачем-то снега много. Чуть-чуть уставать стало, солнце уже низко, но так хорошо, идеально. Просто звонки, работа, договора, отгрузки, много такой вот офисной какой-то что ли работы. А когда находишься здесь, в этой потрясающе красивой тишине, охрененно, прям классно. Продышался, мозг заработал, бодрость, адреналин, кайф. И эта белая красота скоро станет грязью, ну а потом, конечно же, зелень. И это тоже песня-сказка. У нас, как всегда, то есть с весны покатушек максимально много, когда еще все серое и грязное. Летом, увы, меньше. Дальше пробуем. Висим. Оба. Здесь придется применить физическую силу. Оба. Ездить люблю, толкать не люблю. Хоть даже и легкий. Это тяжело. Очень. Там мы просто вырыли яму, повесили на брюхо и все. На крайняк можно туда, но там вообще можно утонуть по пояс. Очень-очень много. Ну, потому что вот я иду, даже не проваливаюсь до туда. То есть надо топтать долго, значит. О, да. Хотел, получил. Тут уже нормально. Здесь самая большая ловушка. Прям огромная. Ну, колесо полностью все. Тут, конечно, очень глубоко. Еще и он якорится. То есть там настолько много снега, что он просто его не может даже пропустить под колесом. Охренеть. Оп. Так, если он не хочет ехать со мной, есть еще вариант без меня. Попробуем. Но это очень сложно именно дозировать все. Но будем пробовать. Сел. Не работает. Надо газовать. Ну, вроде немного, но, блин, как-то так это все уже затянулось, я бы сказал. Снега много. Он, черт побери, плотный, очень тяжелый, с коркой. Вот это самая большая проблема. Был бы он полегче, поменьше, было бы, конечно же, легче. Все легче было бы. А так, опять нужно его тащить. Оп.
просто без рюкзака воды не взял. Чувствуется вот это вот легкое обезвоживание. Это неправильно. Сам себя на второй. Ну что, вот такой пятачок замечательный, да, вот, просто развернулся, наверное, потратил минут 20 и укатался, просто вообще, накатался прям хорошо, накат пришел. Такой я уставший, мокрый. Надо остыть и потом продолжать движение. Офигенно. Было, конечно, там ковыряться. Я накатался. Снега полные. Трусы даже, не то что ботинки. Надо тоже это все убирать. Ну, в общем, что? Я накатался очень даже. Даже больше, чем планировал. Хотелось как раз проверить легкость. Когда место засадное, а устанешь на чем угодно, но тем не менее я там мог двигаться, я мог работать, ходить и, в принципе, выехал. На какой-то более тяжелой технике, конечно же, бы тоже выехал, в любом случае вариантов не было, но затратил бы уйму просто сил. Соответственно, чем легче, тем проще. Это понятно, это понятно. Все, возвращаемся домой. Выехал. Было бы слабее, не выехал. Просто на всю, просто резина. Все это дело грызет. И мы едем. Все, выехали. Мы на трассе. Вот такой вот, собственно, тест. Нормальный, серьезный. С прогоном. Кстати, защит рук-то нет у нас. Если защиты бы поставили, все, он бы был ровно. Ну, на сегодня это 200. А так 198. Так, а мы сделаем даже вот так. И покатимся спокойно, легко, непринужденно. Все, в общем, будем тестить следующую модельку. Всем хороших покатов.